Почти 2 месяца назад куплена вилка была, и все никак не было возможности привезти ее в деревню и попробовать поставить. И вот сегодня мы наконец-то добрались, приехали, и при открытии гаража увидели вот такую картину в углу. И что вот сейчас с ними делать, не очень понятно. Как-то жечь, лить водой. Непонятно. Попробуем. Блять, какой ебаный кошмар. Нормально. Я могу сюда вылетать на рыбу. Так тут ничего не осталось так-то. Ничего не осталось, да. Все, Коля, пойдем.